Всем доброго вечера. Наверняка среди новичков есть люди, которые думают, а получится ли у меня. Получится. Объясняю почему. Первое. У меня уже почти час ночи, а я здесь. Вы уже находитесь в более выгодной ситуации. Ну, скорее всего, в 99% это так. Второе. На самом деле у меня, конечно, первая профессия была не гипнолог. И вот Никита говорит про налет часов. Я прекрасно понимаю, про что он говорит, потому что сам я начал заниматься энергопрактиками, когда летал в алматинском летном отряде. Если есть люди из Казахстана, всем большой привет. И гоняли мы самолеты на Римбазу в Минск. И если есть люди из Беларуси, всем большой привет. И, конечно, так как было желание, да, не только летать, но и вообще полностью узнать собственные ресурсы. Помимо этого, я энерготерапевт, гипнотерапевт и тренер по развитию сверхспособностей. Казалось бы, где вообще летчик и где развитие сверхспособностей? А вот рядом. Вопрос только в том, насколько у вас большое желание это все соединить. Поэтому совершенно точно у того, кого хочет, получится. Если что-то будут, какие-то вопросы, не стесняемся, задаем. Ну, все же знают, что самый такой, ну, это слово такое глупое, да, вопрос, в кавычках, это не заданный вопрос. Но действительно, я думаю, что те люди, которые хотят, они будут доставать, они будут шевелиться, они будут пробовать. Может быть, на первых порах и не очень сильно получается, но у кого сразу все получалось. Но настойчивость, терпение, а самое главное, страсть изучить, это совершенно точно попутные ветра. Всем удачи, здоровья, чтобы все было замечательно. Всем пока. Ну, Борис, спасибо большое.